Здорово, братишки! Сейчас будет анбоксинг моих покупочек. Собственно, в этом рулоне должны находиться два рулона, два листа с акустическими материалами. То есть тут получается поролон с пирамидками такими, специально для того, чтобы глушить звук. Вот, сейчас посмотрим, два ли листа приехало ко мне. Или, может быть, меньше. Так, где мои ножницы? Секундочку. Что-то я не могу найти ножницы своих. Ну, ладно. Нашел вот такую вот штуку, которую я ногти режу. Сейчас попытаемся с помощью нее вскрыть. Одной рукой, конечно, будет очень неудобно. Все-таки нужно найти, наверное, ножницы. Так, вот, нашел. Специально это медицинские маленькие. Ну, начинаем открывать, посмотрим, что внутри. Так, как бы так открыть одной рукой, чтобы не поцарапать материал и не порезать его, потому что это все-таки поролон. Мне обошелся он в 5000 примерно, или даже чуть меньше. 1600 один лист. Один лист толщиной в 70 миллиметров. Это сколько? 1600 плюс 1600, два листа, это 3200, и плюс доставка была из Рязани, представляете, с самой Рязани тащили сюда, она обошлась мне 1200 рублей, то есть 3600 плюс 1200, 4800 что ли где-то, ну охренеть, да? За какой-то поролон. Вот, смотрите, внутри где-то пирамидки, вот видите, уже одна пирамидка видна. Вау. Пирамидки. Ну, на самом деле, я думал, что будет потолще все это. Оказалось, 70 миллиметров, это вместе, что ли, вместе с основанием. Просто иногда, как бывало, указывается, ну, указывалось в интернете, в интернет-магазинах, что, например, 70 миллиметров сама пирамидка и плюс основание тоже где-то 70 миллиметров. А здесь получается, походу, все вместе, это и есть 70 миллиметров. Это, конечно, не очень хорошо, потому что будет меньше звук поглощаться, и как бы, ну, вы знаете, что я являюсь профессиональной аниме-певицей, и, собственно, мне нужно, чтобы меня никто не слышал, тем более, когда я пою очень громко, во весь голос меня слышат даже соседи через этаж. Вот. Так, как-то нам нужно открыть это все. Где-то мои другие были ножницы, потому что вот эти я не хочу портить, потому что я их с собой обычно вожу. Они маленькие, удобненькие, да. Так, секунду, сейчас я буду в ногах держать, ногами держать камеру. Вот, смотрите, как схватил, и даже не трясется. Вот, а руками буду вскрывать упаковку. Сука, это вот это ножницы вот эти, которыми я обычно стригу волосню из подмышек. Вот. Ну, налепили тут скотч, конечно. Блин, доставка, конечно, была отстойная, потому что тот чувак, который пришел, привез мне мою доставку, он попросил меня спуститься вниз, сука. О, отрезали. А обычно, естественно, все курьеры, они сами должны спускаться вниз, обслуживать клиента, сука. Ну, с учетом того, что я уже оплатил все, сам товар я уже оплатил, получается, предоплатой, то мне деваться было некуда, и только пришлось оплатить доставку 1200 рублей. Давай, открывайся. И денег у меня сейчас вообще нету. Последнее бабло потратил на укулеле и на вот эту штуку. Деньги появятся, наверное, где-то через недельку, что ли. Но их будет не так много, как может показаться. Так, открывайся. Так, не знаю, вы не видите, наверное, нужно повыше поднять. Фу. Вот это гемор. И нужно будет потом приклеить, например, на дверь. Чтобы потом, если я перееду куда-нибудь, можно было вот эту хрень с собой взять. Вот, и приклеить ее нужно так, чтобы, наверное, не весь поролон, а вот, наверное, точками какими-нибудь, точечными этими, как их, капельками, да, например, тут, или там две большие капли, чтобы схватилась, как бы, дверь с
с поролоном, да, и все, и держалась тупо. Вау, такая мягенькая, офигеть. Там еще были фиолетового цвета, но, к сожалению, если выбирать цветные вот эти штуки, да, они будут стоить дороже на 10%. Так, идем дальше. Так, они скотчем, что ли, еще облепили саму эту хрень. Офигеть. А, это для того, чтобы экономить место. То есть там же, там указывается, сколько мест занимает одна штуковина. А вот это, да, в грузовой машине. И ты платишь за количество мест. Если, например, было 4 рулона, я думаю, что они в одну штуку такую не влезли бы. Вау, в принципе, можно эту штуку даже использовать временно как девушку. То есть можно няшиться с ней, наверное. Ух ты. Да, действительно, с этой штукой можно и няшиться, только она воняет таким, чем-то таким химическим, неприятным. Так, финальный, кажется, кусок этого, как его, скотча остался. Главное не задеть материал. Сука! Очень неудобно, конечно, все это делать. И потом вам покажу как раз, как эта хрень выглядит. То есть внутренняя часть, то есть не внешняя часть, просто тупо поролон, да? А именно внутренняя. Там же пирамидки, Хеопса. Ой, та сторона вообще жесткая. Там слишком много слоев, нужно перевернуть эту хрень вот ко мне лицом. И уже потом с ней управляться. Так, опять же в ноги положу. Так вот. Отлично, теперь продолжаем вскрывать эту штуковину. Ножницы еще хреново, они слишком тоненькие. У меня тут были другие, они потолще, и они старые, их не жалко. Ну, не знаю, куда они девались. Тут что-то валяется где-то, что-то непонятно. Я просто еще не до конца разобрался у себя в комнате. Вот, покидал тут все, и все валяется. Даже туалетная бумага до сих пор на полу лежит. Так-с. О, смотрите как. Офигенно, да, пацаны? Так, эту хрень тоже нужно отклеить. Смотрите, как растет. Растет эта штуковина. О, какая хрень, да? Нифига себе. Так, берем-ка. Берем-ка поролон. И посмотрим. 2 метра на метр должно быть. 2 листа. Ко мне приехало сколько? Как раз 2 листа и приехало. Вот, смотрите. Во, какая хрень. Ни хрена себе красивая, да? Вау. Это просто божественно. Офигеть. Ну, воняет, конечно, не очень хорошо. В этих местах, видите, она сгибается легко. Это где пирамидки заканчиваются. Вау, вообще. Давайте потрогаем. Вау, вот это пирамидки, офигеть. О боже, смотрите, какая моя рука белая-прибелая на фоне вот этого черного материала. На самом деле, это просто свет так светит слишком ярко, наверное, может быть. Поэтому моя рука кажется белой. Вот. В особенности на фоне этого материала. Хотя этот материал почему-то на камере он черный, хотя он... Или нет, какого цвета он? Темно-серый, а здесь он такой светло-серый, что ли. Вот, ну ладно, буду крепить его. Я не знаю пока что на что. Наверное, на клей, но если клея... как бы клеем обратную сторону тыльную здесь, ну, зафигачу. Надеюсь, как бы, чтобы... Ну, то есть, не пропитается вся эта штука, и клей будет держаться. А то
мало ли, фигану его, а он бац, и как бы весь всосется. Ладно, все, с вами был Битар 671, спасибо за внимание, это был обзор моих покупочек, моего пирамидального поролона. Все, покедово, короче.